Пионеры. Пионеры. Самые настоящие. Непорядок. Опять непорядок. А мне леший не указ. Дворец вызывает, 21-е. Что? Я рекорд, у меня его нет. Знакомый голос твой услышать я хочу. Российским спортсменам от израильских бизнесменов. Ну, на том-то. Ну, гляди, Дмитрий. Чего там? Да я говорю, коммерции, это же тайга. Ты, богатые, плачу смотришь? Рыдаю. Да ты в суть вникни. Ищи, одну минуточку. Минуточку, товарищ. Официально заявляю, что за все, что здесь сегодня было, я лично никакой ответственности не несу. Железно. Это ужас, но мне стоит с другой стороны кто держать будет. Да, стой, только! Знаешь, что нету нарисовать больше? Да обалдеть. Ну, загорели, да, слабочка. Ну, я считаю! Слушайте, на вечере мама не считает, слушайте,
Давайте это и подарим, тоже мы снимаем. Это будет смешнее. Так, ну все, слушайте, внимательно. Все, давайте. И так, начали. У достойнейшей Евгении сегодня праздник. Это надо пойти перекурить. Это началось. Я начал смеяться. Хватало вам терпения, чтоб руководство мягче стало, чтоб сердце биться не устало, чтоб процветала наша честь и не оборвалось наше средство. Чтоб крепче, чтоб семьи крепче нас любили, под старость дети не забыли, и чтобы дома и на службе имели все, что вам всем нужно. Желаю всем вам веселиться, ну и немножечко напиться, и чтобы первого проснуться, ну, всем все вспомнить дружно, улыбнуться, ну и немножко похмельнуться. Yeah.
Не ожидали? Из Лучинина города. Стенотехнику нашу стрельнили. Кому-то, где ставят рекорды, доживает последние дни. Назовите дворцов, не ударимся. Ведь во дворце нашем, как на войне, то горим мы, то тонем, то плавимся. Жить при этом дороже вдвойне. Может быть, туризмом, как нравится. Как туристы на смену пешком веренитую женщины тянутся. Это с сумкой, а та с вещмешком. Назовите надежду даже. Ведь надеждою дышим, живем. Но придет командир и прикажет. Все на катель, рычим, но идем. А хотите, зовите нас кузницей. Сколько кадров сковали в стране. Как механик, так у нас умница. Что не мичман, то умник вдвойне. А вообще мы рекордия, братцы. И за эту страну мы хотим. Как последняя сволочь надраться. Знаем точно, что мы победим. Это, Володя, снимаешь по-другому человечество?